категорически странное азиатское кафе. Платите энное количество денег, получаете что-то. То есть набираете вот отсюда, и все это в сумме будет вам стоить, по заверениям китайцев, корейцев или кто они там, 5 евро. Вот такие вот странные штуки. Выглядит весьма привлекательно. Но, честно говоря, уже к вечеру слегка заветренные. Chicken with onion, a treasure stir fry, chicken curry, fried chicken with bamboo and Chinese mushroom. Это сексуально. Spicy pork и stir-fried chicken with mushroom. Настюха несет еду. Давай, давай, вот здесь я присел. В общем, насчет сексуальной еды. Вот это безумие обошлось нам всего в 5 евро. До 800 грамм можно положить еды, свыше 800 грамм. Что-то там то ли по 10 форинтов надо за каждые 20 грамм, то ли наоборот. Но, в общем, поверьте мне, вот такого вот вполне достаточно. Приятно, люди есть. Наверняка все очень вкусно. Правда, я уже вижу, что не горячо. Я взял себе какую-то свинину с бамбуком и грибами, а Настюха навалила себе всего подряд. Она такая непривередливый человек у нас. Чудеса. Здесь есть микроволновка, пацаны. Настюха, заботься о нас. Вот такие специфические облупленные тарелочки. Давай мою тоже, в конце концов, я зря тут, что ли, тусуюсь. Оп. Слушайте, можно было положить еще больше овощей. Ну, сказать по секрету, да, это просто замечательное место для экономных путешественников. Есть вот такой вот сексуальный салат-бар. Ну и, конечно же, куда без роллов, всяких разных. И так, и это все стоит. Ну вот как-то так это все стоит. В общем, в этом можно разобраться. И это тоже категорически недорого. Поверьте, это мне... Это что-то, чего много, всего за 5 евро. Далее. Хрустящая курочка. Еще одна хрустящая курочка и какие-то блинчики. Цукини во фритюре, картошечка, нечто похожее на фасоль во фритюре. О, восхитительные дип-фрай креветки. Крылышки в американском стиле. И еще какая-то тушеная курица. Вот люди смущаются. И стоит все это, ну вот, собственно, здесь цена указана. Классно. Классно и недорого. Ну и, наверное, попросту говоря, нажористо. Утро, значит, начинал с лангуша. Сейчас это вот лапша в китайском стиле. Потом мы планируем поесть немного бутербродов вечером. В связи с чем? У меня вопрос. Вы перешли на итальянскую диету? В лучшие годы. Вот это место. Wok. Best of food and coffee. Ну, попросту называется Келлис. За 11 евро безлимит. Абсолютный. Открыт с 10 до 22, Wi-Fi есть. И вот та самая одна тарелка, что мы съели за 5 евро или 1400 форинтов, соответственно. Классно, но не сказать, что это изысканная какая-то еда. Но это было вкусно, и набить этим желудок вполне реально. Я просто не была не
если у вас не так уж много денег, как у нас сегодня, потому что мы уезжаем и, соответственно, форинты уже не хотим менять, а в евро платить невыгодно. Так мы покушали, сейчас пойдем остаток денег пропивать, заберем вещички и поедем тем же путем, каким мы приезжали из аэропорта.